Вообще, знаете, очень приятно, что на встрече, да, у него день рождения, и он пришел к нам на встречу. Мы ради него здесь собрались. Как мне повезло! Вот ни одному из вас так в жизни не повезло. Но как и все было сделано так втихаря, даже сегодня представляет, даже Серега приехал. Даже староста приехал, чтобы поздравить Анатолия. Нашего мафиози. Извиняюсь, начальство не нарушает, но все положено. Поэтому, слушайте, ребята, предлагаю выпить здоровье все-таки. Толя, за тебя. За тебя. Пусть вместе. Подарок, это вы все здесь вместе. Ребят, у вас такой подарок никогда в жизни не было и не будет.